Эстония полномасштабно отпраздновала День Победы в освободительной войне. Об этом и многом другом рассказывается в материале «День Победы сменился Яановым днем». На своем июньском заседании Ифиское волостное собрание рассмотрело 15 вопросов. Заседание началось на вполне мирной, рабочей ноте, хотя ожидалась была иная картина. Об этом и многом другом вы узнаете из материала «Ифиское волостное собрание. Начало перемен». 1 июля Пюхтицкий женский монастырь празднует свой большой и очень красивый праздник. Именно свой, так как он родился в стенах этого монастыря, Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой у Источника. Если вас заинтересовала данная тема, то более подробно об этом читайте в материале. Икона возвратилась в свой родной дом спустя 52 года. Уважаемые читатели, еженедельник «Панорама» предоставляет прекрасную возможность для размещения рекламы. Еженедельник читает не только почти в каждой квартире Ихви Кохтла-Ярви, он также распространяется и в Кивили, и в Силамяя. А также все желающие могут читать еженедельник и в электронном виде на сайте litas.ee. И впредь будьте вместе с нами.